Першы фестываль фанфары верхняга горада аб'яднаў дзіцячыя і юнацкія духавыя аркестры трох краін. 200 удзельнікаў з Беларусі, Польшчы, Расіі прайшлі ад кастрычніцкай плошчы сталіцы да ратушы і прадставілі як класічныя кампазіцыі, так і ўсім вядомыя хіты ў незвычайнай апрацоўцы. Музычныя выступленні суправаджалі творчыя пастаноўкі удзельнікаў. Культурный обмен, развитие туристического сезона города Минска, летнего туристического музыкального сезона у ратуши и туристического сезона в городе Минске. Ну, наши дети в будущем, они будут дружить, друг друга приезжать в гости, знакомиться и так далее, и тем самым расширять культурные связи между городами, странами. Ребята с удовольствием участвуют в мероприятиях, тем более, что мы дружим с 14-й школой города Минска. Надеюсь, что это мероприятие в дальнейшем будет развиваться и будет на самом высоком уровне. Фестываль фанфары верхняга горада может стать штогадовым и переутвориться в международный музычный конкурс.